Уважаемые любители моих книг и небольших роликов, в которых я иногда поясняю содержание того, что я пишу. Сегодня у нас небольшой ролик, посвященный ответам на вопросы, номер 11. Значит, он имеет общее название «Самоорганизация». Ну, почему? Потому что мы, когда встаем в очереди за чем-то, мы самоорганизуемся. Мы, когда пытаемся как-то наладить свой быт, тоже самоорганизуемся. И вообще э, формирование нас самих, в том числе нашего сложного мозга, это длительный процесс самоорганизации, который руководствуется внутренними механизмами. На самом деле в ролике, который посвящен глобальному проекту, а именно по нему наибольшее число вопросов, я и призывал-то к чему? к тому, чтобы не держать, душить, воспитывать, ограничивать, а к тому, чтобы на уровне государства, казны запустить процессы самоорганизации, которые очень быстро разделят умных от дураков, вороватых от честных и так далее. То есть, иначе говоря, процессы те самые естественные процессы самоорганизации, которые структурируют не только развитие нашего мозга но и те процессы биологические, которые происходят вокруг нас. Разница только в том, что эти принципы самоорганизации должны быть разумные, то есть исходить из особенностей человека, которые недоступны в животном мире, из разума. Ну, понятно, что это очень многим, у кого этот самый разум отсутствует, очень сильно не нравится. Но есть и очень практически простые вопросы. Ну, например, где купить календарь? Речь идет о календаре на 2021 год. Вот этом я уже о нем говорил. Это календарь, посвященный мозгу э, миноги, которую мы ели э, с э, Пучковым, в смысле, гоблином в Санкт-Петербурге. Здесь такие вот всякие картинки с мозгами, с э, глазами, со всякими внутренними органами миноги. Ну, достаточно интересный. И с познавательным текстом, который выполняет функции на самом деле такого краткого атласа. Вот купить его можно э, точно в магазине Москва, ну и быстрее всего на новом Арбате можно будет в ближайшее обозримое время. Значит, дальше. Это вопрос такой принципиальный. Многие вопросы, на которые я отвечаю в рамках работы э, лаборатории, в которой работаю, Института морфологии человека, значит, помещены на сайте лаборатории. Он называется brainmicroscopy.ru. Вот сейчас будет внизу на него ссылка. Чтобы не повторяться в своих ответах, если вас там что-то занимает довольно частное, вы можете посмотреть там. Там много вопросов на ответы, они каждый день вывешиваются. Ну, и они регулярно носят, скажем так, зачастую более научный характер, хотя бывает и веселенькие. Значит, теперь некоторые проблемы, связанные с очень простыми бытовыми вещами. Ну, например, я много в последнее время говорю о писании пером, то есть о Могу сказать, что да, писать пером хорошо и полезно. Я использую... Одноразовые перьевые авторучки, они сейчас появились в продаже, очень удобно. И не со сменными баллончиками, это я отписал, выбросил. Мне кажется, что это очень удобно и стабилизирует мелкую моторику даже у таких пенсионеров, как я. Теперь вопросы непосредственные по мозгу, то есть по тому, как наш мозг эволюционирует и что я предлагаю в глобальном проекте. Но прежде чем начать про глобальный проект, хочется сказать что-нибудь и хорошее. Хорошее иногда, даже в наше время, тоже происходит. Ну вот, например, хорошее произошло недавно в Прибалтийских республиках. Это что касается меня. Я имею в виду, вышла книжка, которая была издана, это вот первое издание «Нищеты мозга», вышла теперь на родном языке вот она, Вильнюхи, и теперь э, она может быть прочитана э, многими обитателями этих территорий и, так сказать, соотнести с собственным состоянием. Я очень рад, потому что я считаю, что многие книжки такого рода должны переиздаваться на родных языках, поскольку здесь много тонкостей которые при чтении на неродном языке воспринять довольно сложно. И я очень благодарен человеку, который это все сделал. Это Андрей Ларионов, который, конечно, звучит уже не так в этой стране. Но, тем не менее, он провел большую работу и издал эту книгу. Теперь можно ее приобрести там и в книжных магазинах и непосредственно через него. То есть я очень рад, что это произошло, поскольку, еще раз повторюсь, считаю, что многие такие книжки, которые касаются мозга каждого человека лично, и который будет все время примерять этот текст к себе, любимому, они должны быть на родном языке и не вызывать затруднений при их чтении. Поэтому есть такая небольшая радость, потому что моя книга теперь стала доступна большему количеству людей которые интересуют собственным мозгом хоть иногда. А теперь непосредственно про глобальный проект церебрального сортинга. Ну много очень наивных вопросов и комментариев, типа того, что вот построит томограф, церебральный сортинг произойдет и умных в клетку и заставит работать на себя злые олигархи. Не заставят потому что очень сложно заставить работать на себя человек, который умнее тебя в 10 раз. А там речь пойдет не в 10 раз, а намного больше. И никакими охранниками ничем не спасешь. Их всегда обманут, их всегда заставят делать то, что нужно. Посмотрите на нашу Академию наук. Она там не блещет великими умами, она блещет в основном поколениями родственников, которые туда попадают по известному закону близкородственных связей э, и совсем других принципов взаимодействия между людьми, которые не относятся к науке. Тем не менее, даже со скромными возможностями, которые, тем не менее, намного выше, чем у чиновников, они спокойно водят за нос и царское водили правительство, и советское. И современное. И ничего сделать с этим нельзя. Почему? Потому что умный всегда найдет более эффективный способ отнять колбасу у глупого, чем тот даже может придумать. К сожалению, тут с этим сделать ничего нельзя. Поэтому не надо бояться. Речь идет не о том, что умный лучше ворует. Да, конечно, умный среди дураков будет воровать очень хорошо. Но если умных среди умных, он будет воровать так же, как все. Но главное не в этом. Главное то, что будет произойдет смена отбора, которая... Не построено на системе контроля. Но ну, как все представляется всем всегда. Но то, что давайте построим идеальное общество, посадим хороших умных и будем всех контролировать. А контролирующие органы будут контролировать с другими контролирующими органами, и так до бесконечности результат чиновников скоро станет больше, чем население, которое хоть что-то производит. Ну, у нас, например, можно две трети чиновников вместе с родственниками, а это несколько десятков миллионов человек, спокойно удалить. Из общества. И никто этого не заметит. Я делал такие опыты ну, в более ограниченном масштабе, когда огромное количество начальников э, в разных должностях, от генералов до полковников, исчезали. И после этого, ну, отставники, конечно, оказывалось, что и зарплаты хватает на научные исследования. И, оказывается, они никому не нужны. То есть вот эту всю публику можно спокойно убрать. Она не нужна никому. Но этого не будет происходить до тех пор, в масштабах страны или планеты, до тех пор, пока не будет изменен отбор, не произойдет смена принципов. Только тогда можно запустить механизмы, в том числе и самоорганизации общества. Почему? Потому что самоорганизация – это тот процесс, над которым не надо ставить начальника с дубиной. Или это отряд ОМОНовцев с автоматами. Это ни к чему не нужно, потому что биологический процесс построен на принципах самоорганизации. Чуть-чуть можно изменить принцип самоорганизации, и умные окажутся наверху, а дураки внизу. Я имею в виду социальной лестницей. И никого не надо казнить, потому что это бесконечные вопли слабоумных пацифистов, которые начинают кричить, вот Савельев придумывает общество, в котором значит, будет жестокость. Какой-то просто какой-то ужас, ужас. Ребятки, не будет никакого ужаса. Вы просто будете заниматься тем, к чему приспособлен ваш мозг. Но если он ни к чему не приспособлен, будет заниматься любимым делом. Есть пить и размножаться. Потому что у нас, к сожалению, мозг так изменчив, что мы не можем наследовать лучшие качества. Поэтому те, кто ни на что не способен, мы посвятим их любимому занятию. Я знаю очень многих людей, которые ни на что не способны, только способны красть, есть и размножаться. Все, больше ничего. Ну и замечательно, пусть этим и занимаются. Единственное, что не дает не давать возможности, красть у всех вокруг. То есть нужно как-то ограничивать этих людей. И это очень легко сделать, потому что, еще раз говорю, интеллектуальными э, какими-то особенностями они не обременены а обременены желанием размножаться и жить за чужой счет. Дайте им эту возможность. Не надо их никак использовать, а будет только вред. Пусть они размножаются, их дети из-за изменчивости мозга вполне возможно будут пригодны для чего-то. Это обойдется дешевле, чем держать милицию, ловить, сажать их, там, судить и прочее, прочее. Их надо создать условия. Пусть делают то, что умеют. Но умеют только размножаться и трепаться. Ну, отлично. Им пивную и, значит, место для репродуктивных утех. То есть, иначе говоря, никакого кодекса, за которым надо следить, кодекса человека, как некоторые мне пишут, не будет. Да это и не нужно. Потому что умного от дурака отличает то, что он понимает масштабы самоограничения, что можно делать, что нельзя. Ну, нельзя за кусок хлеба там обворовывать соседа. но ну, это никак. То есть суть, суть глобального проекта на самом деле – это самоорганизация, которая построена на биологических принципах, но в основе идет небольшое изменение. Эти принципы дают превалирование, то есть преимущество людям, которые носители этого самого здравомыслия. Хотя бы здравомыслия. Я не говорю про гениальность, одаренность и талант хотя бы не идиоты, которые живут по биологическим законам. Вот как только такие процессы самоорганизации, которых я предлагаю в глобальном проекте, начнутся, человечество перейдет к другому уровню искусственного отбора, который будет больше соответствовать нашему гордому званию существ разумных. Больше, собственно говоря, ни о чем и не идет речь. Больше-то нам ничего и не нужно. Так что читайте книжки. Теперь даже вот на родных языках про наш мозг. И получайте от этого удовольствие. На этом до свидания.